Депутат Госсовета Чувашии Григорий Данилов рассказал нашей съемочной группе о причине, по которой решил уйти из регионального отделения КПРФ. Также он высказал готовность работать в дальнейшем на благо Чувашии и жителей республики. Относительно слухов о его возможном назначении главой города Новочебоксарск, он сказал, что об этом пока никаких решений не принималось. По итогам прошлого года, к сожалению, КПРФ показала в нашем регионе, что теряет доверие избирателей. Критику нашу, конструктивную критику членов партии, руководство региональное не слышит. И это продолжаться дольше уже не могло. Я принял решение работать в интересах Чувашии, в интересах избирателей, но уже не в членах партии. Дальнейшие планы мои. Страстное желание жить и работать в нашей республике. Я, как финалист конкурса лидеров России, вхожу в кадровый резерв региона и готов работать в интересах региона, в интересах жителей республики на том участке, на котором будет оказано доверие. Сам вчера прочитал в одном из телеграм-каналов эту новость. Скажу так, повторюсь, я в кадровом резерве, пока никаких действий, написания заявлений или чего-то я не предпринимал. Как только будут, сразу же напишу на своей странице в соцсети.